За два года в печах две смерти. Две семьи, две матери получили из армии не живых детей, а получили трупы. Вот эти чиновники, как я не подохли, их один. Они что, не видят, что там безобразие? Так они видят, но а кто ж? Один одного чиновника защищает. Поэтому мы и собираем подписи, чтобы наказать. Так на холеру халепи война будет. Вот. Потом я думаю, что печь это, конечно, напомню, такое самое, одно из самых ведомых зараз. Снизу доверху идет, от старшины, подразделения и доверху. А министр обороны, я думаю, не виноват. Он не может отвечать за каждый поступок, который творится там. Тут никакой министр, поставьте министр и 100 человек замов этого министра, это ничего не меняет. Систему надо менять саму, да? Это кто идет в армию, мозги надо хорошенько прочистить. Так может лучше, чтобы не ходили тогда? Нет. А что? Армия нужна. Нужна, а? Чем бы богаче было общество, тем бы этого меньше было. Сержанты из первоисточников наслышан, знаю. Раньше было нарядами наказывали салах и молодых, а теперь наказывают деньгами. А у родителей-то денег нету, которые нужно отдавать сержантам. Вот и все.